Хватит! На 1 килограмма готового продукта берет 400 грамм сливочное масло, 500 грамм измельченные греческие ореха, 50 граммов вода, 50 граммов селедка соленая, пропущенная через мясорубку, 200 граммов белого хлеба, замоченное молока. Все взбиваем до образования однородной массы. И все? И все. Как она называется? Форцмока. Очень хорошо. Молодца. Очень молодца. Ой, вей, мы, бедные японцы, еще и не такое способны. Но будьте мне здоровы, и, как говорят у нас в Японии, так и бонзай! Бонзай!